демонстрационное видео нашего завода, а затем в формате презентации сказать. Можно назвать уже состоявшийся, готовный ряд
изготавливаем для подземной установки с присоединением сталь, либо полиэтилен, сталь, либо комбинированные комбинации, высота до 3-4 метров, в зависимости от глубины залегания. Используем изоляцию с правом типов, есть вот серия голов для замены задвижек. Это серия кранов задвижек с длинной длиной, соответствующую этим диаметрам. То есть 50 диаметр 180, то есть задвижка без дополнительного монтажа, без средств паспорта, фанцев, можно устанавливать, меняя при этом прибрежную материалу. Из новинок тоже у нас совместно с одной из горовок, был разработан такой кран. Главный инженер с низким отделом задал вопрос, можно ли что-то изготовить на замену старого крана украинского производства. Один ЗЧР, три БК, которые до сих пор на сегодняшний день не производят, но осталось потребность использования арматуры без рукоятки, но с возможностью открытия и закрытия и с указателем положения шара. То есть мы изготовили такой опытный образец, прошли первые поставки, в принципе, никаких нареканий нет, то есть можно тоже в приварном, резьбовом варианте исполнения. Там вся сложность заключается в том, что Роспотребнадзор запрещал использовать краны с рукояткой, потому что мог любой желающий подойти, открыть-закрыть, вот, подъездить, допустим, но при этом любой монтажник должен был иметь при себе ключ, тоже газовый. В случае аварийного подрыва из строя, в кратчайшие сроки закрытия открыть. Да. А что целомебельные краны? Здесь краны, то есть уплотнение второкласса, а еще дополнительное уплотнение таких штуцера, они съемные, на резьбе, и там уплотнение металл за металл. Ну, это тоже в случае, если нужно с трубопровода снять там без или переварки. Новинка этого года – это краны в основном исполнении, короче, строительной длины. 2,50 – это у нас 86, по-моему, миллиметров, и 2,80 – то есть красный. Кран не стяжной, он в основном исполнении, при этом имеет полнопроходной, полный проход, то есть 2,50, и проход по шару 2,50. Краны востребованы для использования при монтаже, для монтажа в системных условиях, типа использования ДП и ГРПШ, где каждый квадратный, каждые 10 сантиметров играет большую роль. По преимуществу продукции надсловная конструкция, удлиненная горловина, подготовленный пружин, лоб, закаленная пружина стали с инфляционным покрытием. Soft ранец под привод начинает до 25 и выше по умолчанию. Ну, консервация арматуры время упаковки. И оцинкованная рукоятка тоже. Установка возможно по направлению потока арматуры. То есть при снятии рукоятки установить ее в другом положении будет невозможно. Ну, есть опыт Луганской ТЭЦ, который показал, что оцинкованная пружина на самом деле не просто макетинг уход, а на самом деле элемент шарового крана, который влияет на генетичность процесса эксплуатации арматуры. Ну, вкратце с инфанцией нужно говорить, что по умолчанию можно приобрести кран продукции, кран со склада до новой продукции, и затем в процессе эксплуатации установить на него либо электропривод, либо редуктор, ну, если есть затруднения по поводу чуть-чуть закрытия, либо системных условий, ну, где рукоятка, допустим, будет мешать. Особенность конструкции. Правильно подобранный уплотнительный материал обеспечивает важную численность я, температурный диапазон уплотнения по FFE плюс F второкласс, наполненное кольцо уплотнения ФВНК, второе кольцо, потому что говорю, что газовая линейка, второе кольцо мы ставим HMBR по уплотнению по горловине, ну и дополнительное машинное снижение FFE плюс F. По гарантии изготовления 3 года, ресурс не менее 10 тысяч циклов, помощь по службе, как требует документации, не менее 40 лет, при соблюдении правил эксплуатации. Ну и по химчистости, то есть, допустим, воду линейку мы проверяем по ГОСТу 6, то газовые краны уже
проверяем дважды, то есть 0,6 после сварки корпуса, а также 0,3 и 0,6 уже при этой упаковке, потому что, как известно, на газы газовое давление чаще всего используются такие давления. Также на прочность и плотность водой при давлении в 2 раза выше минерального. Это 10% спарки. Преимущество нашего производства – то, что отечественное сырье, полностью автоматизированное производство, российская цена, продукция, которая менялась уже 4 года с момента образования предприятия. Мероприятие по защите породы, система предупреждения брака, входим в кластер натуростроения, порядка 10 натурных предприятий, совместные проекты есть. Ну и еще документация, это все сертификаты, Герсерт, N488, стандарты ISO 9001, которые также по нему работаем, они нужны Т-333. Особое внимание хотелось бы уделить вашему опыту работы в странах Евросоюза. В 2016 году получили сертификат ИЕС и качество ИЕСИ. И теперь можем маркировать продукцию в странах России и экспортировать в страны Евросоюза. На сегодняшний день Финляндию, Швецию, уже поставлены. В этом году получили сертификат EN488. Это, если так сказать, испытывают арматуру. То есть этот сертификат поможет много для Европы. Все, в принципе, переменяют. Но краны, которые мы отправили в Иркутск, кстати, центр, около 5 дней разжимали, вибростен ставили, и при этом все испытывали на герметичность и на прочность конструкции. В течение 5 дней этот процесс проходил, затем дали нам заключение, что краны можно использовать, соответствует требованиям N488, на самом деле российский производитель, вообще Европа, не только российский, сертификат может получен, теперь мы можем продавать краны для подземной установки в странах Европейского Союза. По опыту поставок у нас в основном ПРО, на природный газ. Вот слева картинка в Перми, как раз таки стояла задвижка, основная процесса ДНЖ, замерили на экран. Это наш экран в разрезе, уплотнение нужно увидеть и так далее, с чего состоит экран, что прозрачно, это просто. В принципе, в целом вопросы есть. Спасибо за заинтересованность.